Эй, мы дорогие, продолжа паловать на мой накал! Гаумли здесь! Это привет, соседушка 2! Альфа 1, сосед, привет, сосед 2, альфа 1. Мы продолжаем играть! Я благодарен всем комментариям, которые оставили под прошлым видео по привет, сосед, с подсказками и лайфхаками, как же выжить. Ну, с инвентарем мы разобрались, что это на тап нажимаем и держим. Нам даже показано, сколько дней и часов мы провели здесь в мире игры. Даже время суток показано. Видите, написано morning, но вы это не видите, потому что у меня вебка закрывает это все. Также написали в комментариях, что код от двери 3841. Уж я не знаю, как вы его узнали, где его подсмотрели, но будем считать, что я пользуюсь вашей помощью, и сегодня мы будем вламываться туда, в эту комнату с монтировкой. Также сказали, что где-то обгорелый дом. Помните, обгорелый страшный дом был? Вот этот самый дом. Там наверху вообще гнездо я вижу. Есть смысл туда сходить. Также посоветовали сходить туда и посмотреть. Я начал новую игру, чтобы нам не растерять, в общем-то, тот прогресс, который мы так и не смогли совершить в прошлой серии. А начать все с чистого листа. Может быть, он опять забагуется, и я смогу спокойненько дождаться, пока потухнет огонь в доме. В камине. На втором этаже. Давайте сходим сначала сюда, посмотрим. Нам как-то надо сюда пробраться. Поскольку ключей здесь нет, мы попробуем пробраться и... Да. И как-то туда залезть. Как, я пока что не знаю. То есть откуда-то надо сигануть, наверное. С дома соседа сильно-то тоже не сиганешь. А, может быть... А, вот, все, смотри, вот отсюда, скорее всего. Сверху отсюда мы можем залезть. А как мы можем залезть сюда? Надо сюда от обратного. Да пошел ты. Я тебя даже еще не видел. Ты почему на меня нападаешь? Почему ты на меня нападаешь, гад? Он бежит сюда! Как он? Почему он бежит сюда? Какого черта ты бежишь сюда? Ты не должен сюда бегать. Тварь, ты этакая... Ладно, 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 ладно. Тогда мы просто сразу... Собака! Что у меня в руках было? Гадина такая. Нам нужно, чтобы погас огонь в очаге. В домашнем очаге. Ключ где? Чтобы мы могли забрать ключ. Может быть, он уже погас. Может быть, он сейчас забагуется опять. Я искренне на это надеюсь. Так, давай, 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 хватаем, хватаем. А-а-а, обжигает, обжигает, обжигает. Ну, смотри, огонь падает. Если я буду кидать в него... Он идет, он где-то близко уже. Да как так? Стой, ладно, 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 это хорошо, пусть он меня таскает, пусть он меня таскает, потому что я все равно сейчас за ним приду. Я его сейчас попробую выманить, чтобы он ни в коем случае не успел подкинуть масло в огонь, не подлить масло в огонь, как говорится. Тревожная музыка говорит, что он до сих пор за мной охотится. Огонь гаснет. Огонь уже почти погас. Давай, 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 забегай сюда. Я просто буду его здесь мансить. Дверь была открыта. Я думаю, что дверь была почему открыта? Собака. Так, ладно, ладно, ладно. Огонь тухнет. Нам главное сейчас забрать вот этот ключ. Главное забрать ключик. Ключик, ключик, ключик. У меня родилась интересная идея. Теория, я бы даже сказал. Относительно того, кто такой. Вот. Бери. Блин, все еще, все еще. Все еще горело. Нет, пусть он меня хватает. Бери, бери. Черт. Еще, еще, еще. Падай, падай, электричество. В смысле, огонь. Огонь. Тухни, быстрей. Тухни! Тухни, сказал! Бери, 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 скорее, скорее. Я уже оставил ожоги восьмой степени на руках нашего главного героя. Давай, скорее. Ноль, ноль, ноль. Почти ноль. Почти уже ноль. Пусть он меня ловит. Главное, чтобы он не подбросил мусор. Ну как так-то, ё-моё? Бери. Ну все, ноль уже. Почему не работает? Оу, е! Оу, е! Мотафуку! Так, вот теперь важный момент. Важный момент в том, чтобы не попасться с ключом в руках. Я могу взять, наверное, что-то другое. Вот. Вот, я возьму бутылку в руки, чтобы, если он меня схватит, я ее не потерял ключ. А, у меня ключ в руках был! Так, ключ, 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 ключ. Только не говори, что я потерял ключ. У меня в руках, у меня вообще больше ничего в инвентаре нету. Да ну как же так-то, блин? Так, ладно, мы его обронили, скорее всего, где-то там. Вот это вообще подстава, но это хардкор. Эта игра стала как Dark Souls почти. Так, берем, 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 берем.
И уходим, уходим. Просто пусть он успокоится. Мы сейчас свалим. Быстро, 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 быстро. Все, у меня ключ в руках. Отлично. Ключ в руках. Ты не можешь сюда идти. Но, по крайней мере, ты не должен сюда ходить. Ха-ха. Теперь нам надо пробраться вот туда наверх. Сейчас он успокоится. Ключ у нас в руках. Мы сейчас быстренько откроем замочек и потом будем уже пробираться в комнату с монтировкой. Все, отстань, отстань. Ты меня не видишь. Первая серия получилась немножко длинноватой, 40 минут аж целых. И то там большого прогресса я не смог сделать, потому что, ну, я это первый раз играл. А когда... Да он не может меня хватать, ну как так-то? Сволочь, сволочь. Ну я ключ вроде туда выбросил куда-то, да? Куда ты меня тащишь, идиота кусок? Он не может к моей машине подходить! Почему он за мной бегает здесь? Он ключ схватил, что ли? Он схватил ключ! Стой, чмо! Он схватил ключ! Вы видели, он ключ схватил! Слушай, это вообще капец! Что они с ним сделали? Тварь такая! Ключ мой отдай быстро, я сказал! Где ключ? Нет! Капец! Весь мой прогресс ворону под хвост. В его гуску. Куда он его делал? Он его опять, наверное, обратно повесил. Ключа нету! Попробуй найди теперь его здесь. Ладно, давай быстро попробуем. Ой, не то. Кобзец! Мой ключик! Куда вот он теперь улетел? Это мне заново теперь игру начинать надо. Из-за этого чмыря! На, сволочь! Тебе коржопкой по башке! Пошел взад! Пинай его! Избивай! По-моему, я его пинаю по лицу. Тварина. На, сволочь! Ключ вот. Ключик! Ха-ха-ха-ха! Уходим! Врешь не возьмешь! Он не может меня выбросить в окно. Потому что невозможно выбросить в окно то, что было выброшено уже на обочину жизни. Вообще, видели, как я ему тут заехал с ноги? Падла я такая. Так, нам, короче, вот сюда куда-то надо как-то добраться. Попробуем, может, он не сможет. С ключом в руках? С бесстрашием в сердце? Блин, он меня видит. Давай. Опа! Я открыл, по-моему, замок. Я открыл замок? Я открыл замок. Отлично. Давайте положим ключ здесь, пусть он лежит. Кобзец, он похищает вещи. Он охренел. Короче, у меня есть такая теория. Догадка. Три... 3841, да? Если вы знаете, где этот код можно найти... то напишите в комментариях, вот это очень важно. Потому что я люблю узнавать головоломки полностью. Не только их решение, но и... Не только конечный результат, но и как бы сам путь. Где мы смогли раздобыть этот код? Он же ушел, да? О, открылось само! Открылось само, я сказал! Монтировка, монтировочка, монтировочка вылетела, вы видели, как пропеллер. Что и требовалось доказать. Отлично, в руках у меня монтировка. Давайте думать. Нам нужно наверх. Нам нужно эти досочки отколупать. И он пипец неутомимый. Я прям в шоке, насколько он неутомимый. Это козлина. Давай-ка возьмем какой-нибудь предмет. Я все-таки надеюсь, что если мы в руках будем держать что-то другое, а не монтировку, например. То есть шанс, что он здесь выбросит, заберет, скажем так, у меня. Именно пакет с мусором. Ты достал. Ты меня достал! Так, прыгаем вот сюда. Ха-ха! Ха-ха! Так, да, сюда можешь забраться.
Он не идет за мной? Так, теперь монтировку главное не выкинуть. Ну-ка, интересно. Я смогу добраться до досок? О, я вижу доску. Оба! Дистанционное открывание, видели? И что, он открывает? Ну смотри, да, как будто он... Как это сделать? Может быть, снизу вот отсюда? А ну давай. Ну вот смотри, я в прыжке отколупываю. Чё, так не работает, что ли? А как? Тогда вопрос, как это сделать? Или гвозди надо всё-таки? Смотри, как будто сюда можно пробраться. В эту маленькую комнатку. Я не понимаю, честно говоря, принцип. Наверное, нам коробки нужны. Да, наверное, нам нужны коробки. Так, у меня только монтировка. И здесь у нас где-то был ключ, но он почему-то куда-то делся. У меня схватил, гадина! Херакс. Я ее куда-то выбросил, вообще непонятно. Вон она лежит, молодец. А где я? Я на заборе оказался. Коробки нам нужны. Наши любимые коробочки. Я помню, как в оригинальной игре мы из коробок строили замки. Я из коробок делал такие невероятные ходы, что просто можно офигеть. Что это такое? Что это? Он меня чем-то стрельнул, что ли? Я не понял. Как он это сделал? Так, с мешком в руке. Можно просто, чтобы он успокоился. Короче, смотри-ка, я не могу поставить коробку. Потому что она скатывается. Попробуем сейчас на нее залезть. В меня что-то стреляет. Капец, он использует огнетушитель, чтобы летать. Пошел в зад, а? Пошел в пень, я сказал. Монтировку не отдам. Ладно, хрен с ним. Мы потом доберемся. Так, монтировка у меня в руке. Я ее выбросил. Выбросил возле красного... Вот этого, вот этой красной штуки. Ладно, фиг с ним, мы потом сюда вернемся. Пошли, пока суть до дела, пойдем в этот дом сходим. Обгорелый. Иди в задницу, я здесь вообще в безопасности должен быть. В этом туалете сельском. Вообще ничего не видно. А, так вот мы можем просто перелезть. Окей. Он использует огнетушитель, чтобы летать. Реактивная тяга, так называемая. Значит, в темноте, смотри, сейчас буду прыгать. Мастер паркура. Уууу, еее! Да, слушай, у меня это получилось. Вот это карабканье. Куда? Куда? Вы видите что-нибудь? Это просто чернота какая-то. В одном черном. Ой, блин, сейчас меня за расизм забанят. Цвет черный теперь стал какой-то. А вот лестница есть, оказывается. Нам нужен фонарь. Очевидно, нам нужен фонарь. Где был фонарь? Помните, где-то в доме был фонарь. Терять нечего, монтировка у нас лежит здесь. Интересно, схватит он ее, унесет, спрячет. Так и найдем ее все-таки. Вообще где-то вот ее здесь бросал. А вот она. Бросим ее возле машины. Так безопаснее будет. Вот он, гад, бежит. Да пошел ты в зад. Эй, ты гад, пошел ты в зад. Что это такое я взял? Провода взял. Вот еще есть, смотри, газолин. Откройтесь! Так, ладно. По какой-то непонятной причине он иногда вообще меня... О, он, смотри-ка, меня тащит сюда. Он вроде меня тащит, а потом отпускает. Я не знаю, как это происходит. Ладно, я вылетел. Неплохо пролетел. Мне бы вообще поспать было бы неплохо. А у него такое ощущение, что здесь какой-то...
Какую-то турель он поставил, которая в меня стреляет. Гвоздомет. Че это я взял? Мешок какой-то я взял. Да, он, короче, гвоздометы какие-то ставит, непонятные. А стрелять-то нечем, гвоздометик. Так, как мы можем забраться? Есть какие-то предположения? Вообще туда надо было, конечно, идти утром, пока еще светло, пока еще все видно. А так ничего не видно теперь. Я бросил ему в хребтину. Опа! Пока он меня мимо проносил, я думал, что я захвачу сейчас быстренько какой-нибудь пакетик с мусорком. Ладно, пойдем, попробуем. На втором этаже где-то я находил уже фонарь. Или это было на первом этаже, может быть, даже это было на кухне. Может быть. Сейчас найдем. Вот, у нас есть вот такая комната. Давайте исследуем эту комнату. Мы же можем закрыться здесь. Помните, как в трейлере было? Ты закроешь ее? Он не закрывает дверь, представляешь? То есть тот засов, который был в трейлере показан, это был все фейк. Ну, допустим. Вот, по-моему, расцветает. Расцветает яблоня и груша. Поплыли туманы над рекой. Так вот, я не договорил. У меня есть догадка, теория, сумасшедшее предположение, что тот персонаж, который был изображен на фотографии, помните? Там была фотография какого-то непонятного чувака. И сказали, что это Квентин Тарантино. О, смотри, я захожу в черноту. Я как будто здесь могу открыть какую-то дверь. У меня рука появилась на секунду. Вообще ни хрена не видно. Это причем утро. Здесь явно нужен фонарь. Чернота здесь все поглощает. Что вот этот Квентин, который изображен на бумажке. Что это никакой не... Ну, то есть это Квентин. И он действительно является кем? Детективом? Нет, он является репортером, который шныряет везде и ищет всякие зацепки. Но у меня... Но мне также кажется, что Квентин это... Внимание! Ту-ду-ду! Это сын соседа, мистера Петерсона. Почему он так сильно похож на него? Почему? Потому что это и есть сын соседа, который вырос. И который сейчас своего батька пытается спасти всеми возможными способами. От непонятной клювоподобной пернатой сущности. Понятно? Если это так, а это скорее всего так, то значит я познал «Привет, сосед 2». Значит, я постиг сущность этой игры. Понимаете, да, масштаб какой? Вот такие вот дела. Так что, скорее всего, ну, пусть это будет моя теория. Я на нее объявляю авторское право. Смотри, как будто ее как-то можно использовать, эти провода. Наверняка, где-то их можно использовать. Где, я не знаю пока что. И если в итоге это выяснится, что это так, то, ребята... Вы были свидетелями того, как творится история. Ну, то бишь, вот. И, короче, я разгадал тайну. Если нет, на нет и сюда нет. С меня взгляд гладкий тогда, если нет. Если это неправда. Как хорошо было, когда он забаговался в прошлой серии. Вообще было шикарно. Вообще, слишком лагучий, конечно, он. Вот прямо я, знаешь, даже немножко расстроен тем, что играть по-нормальному-то и не получается. Стелси здесь нереально. Просто unreal. Просто impossible, если вы понимаете мой английский. Так что вот. Фонарь. Это фонарь? Там что-то есть. Да иди ты нафиг. Чё ты там в меня стреляешь? Где фонарь? Отпустите, дяденька! Прям все такое лагучее вообще. И геймплей, он такой вообще весь скомканный, кривой, косой. Где был фонарь? Я моюсь!
Во, смотри, смотри, смотри. Ха-ха-ха. It's a raining man. Hallelujah. It's a raining man. Oh yeah. It's a raining сосед. Hallelujah. Вот он, это Квентин. Беатрикс, да, какая-то тут еще тетка? Это про нее я ничего не знаю, но вот сказали, что Беатрикс какая-то тетка тут есть. Тетка, тетенька. Опа! Бум! Навернулся! Навернулся! Четко улетел, да? Четко улетел. Классно, не, конечно, вот, как он перекопался, это было вообще зачетно, но этого, конечно же, мало. Вот, расцвело, все, пошли в горелый дом. Проклятый старый дом! Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я очень много-много лет мечтаю только о еде. Мне очень тесно взаперти, но я мечтаю об одном, чтоб что-то вновь свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом. Проклятый старый дом! О! Я зашел в проклятый старый дом! Куда дальше? Вообще, просто тьма какая-то. О! О! Есть! Есть! На попе шерсть! Ха-ха! Там гнездо было. О, смотри, я прям в пекло зашел. Ха-ха-ха! Копченый Квентин! Как туда добраться? Вы видите что-нибудь? Карабкайся! Так, как карабкаться? Сюда зайдешь? Нет, он сюда не заходит. Так, надо куда-то прыгнуть. Оу, yeah! А как? Вау! Assassin's Creed? Выкуси, детка! Это привет, соседушка! Есть! Тут какой-то калач собачий. Это веревка! Что мне с ней делать, с этой веревкой? А вон стул. Нам надо на зонтике туда улететь. Вот отсюда можем... Это обзорная площадка. Можем посмотреть, где и что. Вот еще домик классный. Классный домик, классный. Так, давай попробуем, что мы сделаем с веревкой. Веревку что-то говорили, что нужно на... применить на конец. Тихо, 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 не вырони веревочку. Веревку не вырони, я тебе сказал. Так, вот она упала. Да, он реально ее выранивает. Вот сюда, на самый этот край крыши соседа, возле этой двери. Можно вроде как применить туда... веревку. Давай попробуем это сделать. Пока эта чмырь нас не видит. И сейчас в хитрую. Где он? Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так я где-то застрял. Карабкайся, карабкайся, родной. Карабкайся, поднимайся наверх. Здесь твое спасение. Быстро, 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 быстро. Где, где, где? Вот сюда. Оно летит! Оно летает! Ой, он уже здесь! Беги, беги! Черт, черт, черт. Бросаем. Хватай, хватай! Так, он меня не видит вроде. Уходи. Порошок, уходи! Блин, он меня заметил. Ладно, уходим. Вот гомнюк, а. Как ты меня достал вообще? Да ёшкин дрын! Где он? Вообще навязчивый, как банный лист к попе прилип. Вон, перекопался, отлично, это мой шанс. Да
Давай быстрее, 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 пока он... У нас есть шанс. У нас у всех есть шанс. И вот мне кажется, что Клювди, он похитил соседушку. А Квентин, будучи его сыном, сейчас пытается его спасти. Есть! Я веревку повесил! Что это мне дает? Это ничего мне не дает! Я вылетел за карту! Давайте сохранимся. Все, на этой ноте я должен был закончить. Это я, наверное, так и сделаю. Может быть, я сейчас в какой-то новый мир прилечу? Смотри, я что-то видел. Что это мое тело? Я же лечу сейчас куда-то в неизвестность. И раньше, когда мы вылетали за пределы карты в неизвестность, то мы находили всякие тайные комнаты со всякими интересными цветными кубиками и QR-кодами, которые приводили нас куда-то еще. Если я сейчас буду просто падать в неизвестность долго-долго-долго, если долго-долго-долго, если долго-долго падать. А он меня все еще где-то заметил, да? Я куда-то прилечу. А может и не прилечу. Короче, мы нашли монтировку, мы повесили веревку, мы открыли код, кодом дверь. Что еще? Да, осталось нам только досочки отковырять. И веревка, я не знаю, может быть, я по этой веревке могу спуститься вниз и отковырять монтировкой. Ну ладно, давай мы так сделаем. Смотри, мы сейчас сделаем лоуд. То есть я, по идее, должен закончить с того момента, где я... Начать с того момента, как я закончил. Веревка должна висеть. Веревка висит. А моя монтировка... Вот здесь. Отлично. Вот. Мы сейчас вот на этом мы как раз и закончим. Мы сейчас попробуем сюда забраться быстренько. По веревочке подняться или что? Да, спуститься мы должны по веревочке. Так, этот говнюк там сидит. Мы должны спрятаться где-то. Вот так, смотри. Он, конечно же, меня не видит. Вот можно на него посмотреть. На самом деле, надо было поставить ловушку. Надо было поставить чайник, и он бы туда прибежал быстро. Вот, подкидывает мусорок. Давай, уходи отсюда. Пошел вон. И мне кажется, Квентин сын соседа, а мы же не знаем, как звали сына соседа. Или знаем? По-моему, об этом нигде не говорилось. Он будет искать своего батяню, пытаться его спасти от вот этого придурка-маньяка. Уходи давай! Все, я, по-моему, здесь завис теперь навсегда. Что делать? Вылазим и быстро бежим. Я бросил монтировку туда. Я пытаюсь поджопник ему надавать. Я был слишком близко. Ладно, сейчас он прибежит сюда как раз. Я тут как тут буду. Уже готов. Этот холодильник мне уже как родной стал. Только этот родной почему-то не помогает мне. Господи! Мы все-таки должны попробовать веревку в деле. Я буду подглядывать за ним. Он в обход побежал. Так, он сейчас сюда зайдет. Где он? Вон он там стоял! И где монтировка? Где монтировка? Вот твою налево! Все, я ее посеял, похоже. Нет, не посеял, вон она лежит. Забираемся наверх. Вороны все-таки немножко подсказывают. Где у нас что? Так, пробуем. И чё?
А, вот я на ней спускаюсь. И чё? Вот! Вот! Есть! Есть! Ха-ха-ха! Раскачиваемся! Вау! Уии! Я не долетел! Ладно, главное, что монтировка у нас. Так, монтировка нам уже не нужна. Так, нормально, нормально. Сейчас мы туда проберемся, сейчас мы спустимся, сейчас мы прыгнем туда. Круто! Это практически как Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Спускаемся. Да почему ты так прыгаешь-то? Блин. А-а-а! Ну вот как туда залететь? А, вот можно качаться. Классно. Юшкин дрын, давай сюда. Блин! И этот навернулся, придурок. Залетаем. Есть! Оу, yeah! Я пробрался на чердак. И здесь у нас... Костюм! Костюм! Ворона! Но какой-то фейковый. Какой-то лоховский костюм. Вау. Соседушка! Родной! Малют, он приехал! Он приехал! Я победил! Нет, это еще не конец, потому что самое интересное впереди. Вопросительный знак. Ты победил? Конечно же нет! Но мы нашли там костюм! И мы встретили... Суседушку! Я уверен, что здесь, на этой карте, много всего еще интересного, потому что у нас есть туалет не открытый. Мы нашли какой-то бензин, мы нашли какие-то провода. Надо походить, поисследовать дома. Мы займемся этим в следующий раз. Но что вы думаете по поводу этого? Вы видели, он приехал. Вот соседушка, он приехал, его машина светит прямо сюда. То есть соседушка все это время... был не здесь, то есть он не был заперт. А что это за тогда странный костюм? А? У ворона два костюма? Зачем ему? Причем тот костюм, который висел там в шкафу, он был явно очень дилетантский. Очень стрёмного качества. В общем, мы продолжим исследовать мир Альфы 1. Привет, сосед 2. В следующем видео. Если вы ждете продолжения, обязательно пишите много комментариев по делу и без дела. Это поможет видео продвигаться. Обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг по какой-то неведомой причине вы отписались от меня. Точнее, причина совсем ведомая. Но, так или иначе, видео продолжает выходить, так что вы давайте подписывайтесь заново. И мы разберем по косточкам эту локацию. Вот смотри, я даже что-то еще нашел там. Ну-ка, пойдем сходим. Пока я иду, пока рассказываю, мы пойдем. Все здесь исследуем, все попробуем. Все секреты мы раскроем, все тайны будут явными для нас. В этом можете даже не сомневаться! Охренеть, вы видели? Вы видели? Страшную маску! Здесь, это шахта! И там страшная маска! Короче говоря, впереди много чего интересного у нас. Будет. Лайк этому видео обязательно поставьте. И увидимся в следующий раз. А пока что... Вы знаете, что пока что? Пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедово! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.